Привет, дорогие друзья и гости моего канала «Цветочный сад» у Алёнушки. В этом видео хочу сделать обзор своей хризантемы на продажу на весну 2022 года. Шаровидная мультифлора хризантема. В продолжении этого видео будут все фото. На фото будет подписан сорт, поэтому можете выбрать, пройти по ссылочке, которая будет указана под этим видео, на «Одноклассники». В «Одноклассниках» у меня есть альбом на продажу не только хризантемы, но и различных многолетних цветов. Поэтому, если интересна эта тема, подписывайтесь, смотрите это видео, проходите по ссылке в «Одноклассники» и выбирайте тот или иной сорт. Предоплату я не беру, оплата весной перед отправкой вам. Минимальный заказ на хризантему от 10 штук любого сорта. Черенок укорененный стоит 80 рублей. То есть минималка от 800 рублей. Итак, друзья, сейчас я вам хочу сделать обзор небольшой. Также моего сада, то есть что цветет, какая, вернее, хризантема на 14 ноября, осень 2021 в моем саду, потому что все же много хризантемы уже нет. Некоторые сорта стоят уже обрезанные у меня в домашних условиях, для того, чтобы хорошо пошла поросль, и этим я буду размножать ее до весны. То есть укоренять черенки, с укорененных брать снова черенки. И весь зимний период будет у меня укоренение такой красоты. Конечно, хризантема – это осенний цветок, который начинает украшать наш сад, когда уже ничего не цветет, уже мало какие цветы цветут. И, конечно же, это тот цветок, который украсит любой уголок осеннего сада. В этом году цветение запозднилось, потому что лето было жаркое. И, конечно, хризантема только на конец сентября, октябрь, ноябрь, даже поздние сорта не зацвели только в конце сентября, друзья. Сейчас середина ноября, и даже те сорта, которые стояли, не показывая своего никакого цветочного облика, наконец-то они зацвели. Сейчас можно увидеть красоту во всем ярком цветении. Некоторые сорта уже, конечно, немного вдарил мороз, то есть они уже свои цветоносы опустили, уже не смотрятся так, как бы нам хотелось, но ничего страшного. У природы нет плохой погоды. Но некоторые сорта, они зимостойкие, не так повредил внешний вид мороз, поэтому они стоят еще в очень красивом состоянии. Я не спешу их обрезать. По обрезке в зиму хочу сказать, что в основном шаровидные хризантемы я оставляю зимовать несрезанные. В основном срезаю я в зиму корейские сорта, так как они зимостойкие, хорошо зимуют. Но мультифлора, которая у меня остается в открытом грунте, я в основном ее не срезаю. Это служит как бы укрытием таким неким природным. Эти кустики прикрывают прикорневую зону. Поэтому в основном вот так она у меня и зимует. Конечно, все хризантемы по одному кустику шаровидной мультифлоры я выкапываю для сохранения, для размножения. А все, которые не успела какие-то сорта продать, не успели распуститься, они распустились очень поздно, они остаются зимовать. По укрытию, по сохранению, размножению все видео есть на моем канале. Можете пройти в плейлист «Хризантема» и посмотреть все, что вас интересует. Сейчас я стараюсь показывать все, что все манипуляции, которые провожу, подкормки, черенкования, все тоже есть на моем канале, друзья. Ну что, будем продолжать любоваться, смотреть те хризантемы, которые есть у меня в альбоме. Вам приятного просмотра, друзья!
вот и все, друзья. Понравилось видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Чтобы не пропустить дальнейшие видео, кликайте под видео на колокольчик. Вам здоровья, удачи и до новых встреч, до новых интересных видео. Всем пока-пока.